Як собака. Чужий прийде, починає кричати. Це я вже знаю. А він вночі прийшов. Да. Тільки приходить до мене, хто любить Бога, що не приходить на радіо. У мене гуси так чітко, хер хто в двір зайде. Сейчас поменяю. Сейчас если у меня есть эти, это же значит, что я все должен их отдать. Карьеры берешь, да? Давай, сотни. Да сейчас принесу, если сдашь. Я поменяю. Принимал сотни тоже. Принимал тоже сотни.
Є стовбур? Добре. Так, є все нормально. Ні, він бачить, що у мене в кармані є. Як це порода називається? Римський. Римський. Так це вже другий раз було. Нічого страшного, на кар'єру починку. Давай, крокодил. Вічник, рука у мене легка. Та я його ще з утра його просив до каналу. Вже він же, ти бачиш, до каналу чоловіка, блядь. Просто достав, блядь. Рука у мене легка. Все, спасибо. Посмотрим. У мене є голубки, блядь. А скажите, а как вы, они же, ну, привычные уже к одному месту, вы же выпускаете? Это не та птица. Это декорация. По 50 долларов покупать и выпускать, это страшно. Это декорация. Да, Кировоградская порода. Вот. Она, как говорится, выведена там, в Кировограде. Это отборная порода. Это николаевская, вернее, это николаевские голуби, но отборные. И они назвали их кировоградскими в Кировограде. Они отбирали по полету себе птицу. И вот вывели такой полет. Полет жаворонка. Вот, который станет еще на хвосте начинает торцевать. Вот. Это на какую высоту они в основном поднимаются? Они поднимаются на любую высоту, бывало, даже покрывались. Ну, как, да. Я хочу сказать, я держу голубей уже очень давно, 60-го года. Вот. И раньше была птица такая николаевская, больше николаевская, но среди николаевской птицы были разные, были торцовые, которые выходили на торс. Вот. Очень красиво. Вот. Они ни круга не делали ничего. Вот. А если разворачивались, может быть, когда если кто-то сделал круг, они разворачивались на месте. Вот на месте разворачивались, они не могли. Вот эту птицу ребята в основном с Кировограда уже давно, они начали отбирать. Вот как донецкие. Вот они делали себе вот пышные хвосты, допустим, чтобы такой был красивый голубь, широкий. Вот. Они тоже назвали донецкие, а эти назвали кировоградские, потому что они идут на торс. Или полет жаворночка, такой мелкий. Вот. Очень интересная птица. В породе допускаются разные цвета? В породе, да. У них, особенно вот в Кировограде, порода такая довольно, как можно сказать, редкая. Они выводят, они делают, мешают. Как раньше мы не мешали, там, допустим, черного с черным порой, белого с белым, сизого. Вот. А сейчас они поруют такое, подбираешь, что оно как даст что-то такое интересное, цвета. Вот те сиреневые, вот, или семицветные, что оно такое даешь, что даже
представить, ну, не можешь. Вот интересное такое вот. Цвета, как говорится, как художник краски сгущивает туда-сюда, говорит, и получается такое какое-то непонятное. Вот они тоже так делают, но они больше полету. У вас квадрокопытовые голуби есть? Есть, есть. Вот, они больше по полету подбирают, по полету, вот, и масть. Первый у них это полет, второй масть. Вот. Почему? Почему они отличаются от наших старых кировоградских, то есть и николаевских? Потому что цвет более интересный, как-то уже в глаза больше как-то так интересный, что ну, кидается в глаза. Вот. Можно сказать, что полет тоже очень отличается, очень отличается. Для них ветра не надо, особенно в такую погоду. Если чуть-чуть ветерочек, они очень красиво. Он идет как на торц, он когда начинает торцевать, он так стоит и дрожит, так интересно. Вот. А на высокой высоте, вот когда высоко подымутся тоже, когда начинает вот это торцевать, аж душа опускается. Вот. Ну что я могу еще сказать? В нашем регионе, в нашем в Одесском регионе, здесь мало такой птицы, мало. Вот. А возьмем туда дальше, вот даже в Николаеве, там уже больше. Вот. Там ну, больше ее воспринимают. Я не знаю, как можно сказать, почему. Каждый любит, как говорится, выбирает то, что ему нравится. Одни любят, вот, чтобы Николаевская, вот говорит, Николаевская, да. Вот, но чтобы Николаевская не была кружастой. Вот, когда мне тоже не нравится, когда вот голубь делает круг. Это мне уже не нравится. Мне нравится, когда самое интересное в них, вот что завораживает, это когда они начинают торцевать. Торцевать так. Так станет и дрожит. Ну вообще мелкий полет. Когда-то вот были крестовые. Птица называется крестовые. Вот он как копец стоит, точно как копец. И работает только вот так вот кончиками крыльев, хвост узкий. Вот. И сейчас я такой птицы не вижу. Вот он как палка, крестовый, но он стоит на месте, вот так вот станет, точный копец. Вот. Но это довольно интересное. И вот оно похоже на полет жаворонка. Вот полет жавороночка такое. Вот. Но Кировоград, хвост еще распускается. И вот тоже работает, только садится и вот так вот назад. Назад как-то на хвост и дрожит. Мелким таким дрожжем. Вот. Очень интересная птица. Супер. Спасибо огромное вот. За ваш рассказ. Пожалуйста. Действительно, птицы у вас очень красивые. Ну, это не все. Красоты уже тут нет. Уже красоту забрали, было больше, и еще дома. Хорошая красота, да. Все, спасибо большое, да. Я уехал, спасибо. Ага, давай, Степио, заезжай. Да, заеду в гости. Во. Здесь сиреневые. Вот видите, он еще темный, он должен еще перелинять. Вот здесь белые бока. Вот здесь вот белые бока получаются. Вот. Вот этой птицы. Вот такие. Они с каждым годом они светлее становятся. Светлее. Сейчас еще вот он на лето уже он перелиняет, он молодой голубь, он на лето уже перелиняет и будет уже более светлые. Есть это называется как бы шоколадный голубь. Вот, шоколадный голубь. Видите? А есть вот бока, только желтые бока, желтобокие, полностью желтобокие. Вот точно такой же, допустим, только желтые бока. Вот, это называют, они назвали коверкотовых. Вот не знаю, почему у меня забрали уже. Вот, были, дома есть. Вот. Ставим их туда. А что? Тебе... А вы что, а что вы не будете? Я не хочу. У меня не было. Вы за выезжаете? Сейчас минут через 15 дней. Нам надо на таракон. А, да, ты слышишь.
перезвонит, скажет, брать или не брать. А это голубь, да? Это голубка, это моя. Пацаны, нет, 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 нет,
Да, мы пришли.